нежное мгновение. Подарите себе это нежное мгновение всего за 1890 рублей. Номер лота 14370. Олеся, давай начнем с внешнего вида в первую очередь. Великолепное приобретение. Если вы этой весной хотите освободиться от чего-то старого, ненужного, пожалуйста, впустите в свой интерьер что-то новое. Все, вот кто изменяет свой интерьер, говорят о том, что жизнь просто меняется. Это новинка сегодня, поэтому вы можете стать одной из самых первых обладательниц. Мягкие переплетения нити дают нам ощущение воздушности. И размер. Размер классика. 3 метра в ширину 300. Так. И 2,70 в длину. То есть подходит и для высоких потолков. Угу. Да? И подходит для любого интерьера квартиры. Потому что здесь мягкие бежевые тона, которые успокаивают, убаюкивают, дают нам такое настроение нежности, чего-то светлого. И обрати внимание, что здесь вот такие тона, как раз бежевые, они подойдут практически к любому интерьерному решению. Вот посмотрите у себя дома сейчас. Есть у вас какие-то бежевые оттенки? Возможно, вот у нас на полу есть. Да. Возможно, в стенах, возможно, подушки у вас или покрывало бежевых оттенков. Тогда вот такая тюль вам идеально подойдет, создать гармонию в вашем интерьере. Тем более, что сегодня выгода 4 с лишним тысячи рублей составляет. 4100 рублей – это ваша экономия. Экономить вместе с нами очень просто. Достаточно позвонить по нашему бесплатному номеру телефона. Он находится у нас сразу под ценой. Вы его видите в углу экрана. Ну или же зайти на наш сайт discontdefis.tv.ru и совершить свою первую, возможно, покупку именно там. Ничего сразу оплачивать не нужно, вы оплачиваете по факту получения, ну а за счет работы, напрямую, филигранной работы с производителем, мы гарантируем вам низкую, очень достойную цену за такое роскошное изделие. Ну, Олесь, я вот еще обратил внимание на то, что у нас очень фактурный тюль, да, вот можно здесь потрогать, ощутить вот этот рисунок. Что ты это знаешь, такое? Удивительное переплетение, это набивной рисунок, который здесь уже встроенный в ткань. Так. Да, здесь у нас органза, которая сама по себе очень дорогой материал, очень, потому что здесь тончайшее скручивание нитей полупрозрачных. А знаешь, для чего нити у нас полупрозрачные? Для того, чтобы вот эти нити могли впускать в вашу комнату солнечный свет, мягко его рассеивать, для того, чтобы вам с утра было сладко вставать, потянуться, чтобы свет не бил в лицо, а именно, знаете, такое приятное, окутывающее, теплые обнимашки с утра. Рассеивающийся такой, просто. Да, конечно, действительно. Дорогие наши телезрительницы, обновите свой интерьер сейчас, весной, когда это так необходимо, когда этого так нам не хватает. С помощью такого тюля, поверьте мне, ваш интерьер заиграет совсем другими красками. Ну и сегодняшняя стоимость очень невесомая, несущественная. 1800 рублей. А вот выгода уже гораздо серьезнее. 4100 рублей ваша экономия. Цена, которая будет в дальнейшем почти 6000 рублей, сегодня перечеркнута. Сегодня у нас большой праздник. Мы отмечаем день рождения нашего канала. Один год вместе с вами в прямом эфире. Новая цена 1890 рублей. И выгода 4100. Это специальное наше праздничное предложение. Не упустите его. А мы будем знакомиться дальше. Да, вот ты знаешь, по поводу цены. Я заходила в магазин и подбирала вот в новую квартиру и тюль, и шторы. Я могу сказать, что один метр ткани вот такой стоит в магазине от 1500 рублей. От 1500 рублей. Так. А еще я отдала деньги за то, чтобы мне пришили шторную ленту. Я дала деньги за то, чтобы мне сделали обработку по краям. То есть получилось у меня, вот смотри, здесь 3 метра у нас в ширину и 2,70 в длину. То есть 3 метра умножить на 1500, это уже 4,5. Ну да. Но и у нас и 6000 рублей раньше стоило такой тюль. Я отдала за обработку. А здесь у нас все обработано уже. Да, здесь уже очень тщательно все обработано. У нас есть специальная шторная лента, которая позволяет, кстати, с несколькими уровнями, то есть можно подвесить и на крючки, знаете, и можно на защепочки. То есть какая у вас есть, какое у вас есть основание, оно идеально подойдет к этой ткани. И, вы знаешь, органза, она очень хорошо пропускает воздух, поэтому если вы открываете окно, вот эта вот свежесть, она будет проходить, знаешь, не будет застаиваться, как с плотными гардинами. Ну да, да. Что тоже немаловажно. Осталось совсем мало времени. Да, и совсем мало возможностей приобрести этот тюль, потому что цена ограничена, и количество тоже очень ограничено. Размер, еще раз напомню, 3 метра по ширине и 2,70 по высоте. Все это за 1890 рублей. Номер лота 14370. Тюль из органзы. Классика жанра, как говорится. Вот куда без тюля? Богатый, именно из органзы. Легкий, воздушный. Нежное мгновение называется у нас.